Анонс и дата выхода второго сезона сериала «Банда Зигзаг». Суровая зима 41 года. Ленинград пережил самые тяжелые времена в истории – блокаду, устроенную фашистами. Люди умирали от голода, холода и нищеты. Окоченевшие трупы валялись на улицах, а банда воров начала промышлять подделкой продовольственных карточек. Милиционер ленинградского УГРО Тихон Львов пытался узнать, кто является главарем банды, и попутно справиться со смертью жены и сына. Продолжение детективной драмы «Банда Зигзаг» не анонсировано. Проект получился интересным, но на второй сезон рассчитан не был. Однако некоторые зрители рискнули сравнить данный сериал с другими яркими и долгоиграющим проектом «Мосгазом», основанным на реальных событиях. Изначально создатели Черкасова не планировали продлевать сериал. Однако в 23-м году вышел 9-й сезон. Повторит ли «Банда Зигзаг» судьбу «Мосгаза»? Создатель проекта Владимир Тюлин потратил много времени, чтобы разобраться в архивных материалах и воссоздать картину военных лет. В итоге сериал получился настолько глубоким, что пришелся по нраву даже историкам. Если вам понравился сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.